О, вижу его. Беру. Выходите, там уже все открыто. Вижу осину. Да. Володь, возьми вот это Никитины вещи. А это Васина куртка, я постирал. Ага, спасибо, Христос. Черепанова. Ладно, выжми сейчас. Сегодня у нас 16 декабря 2017 года. Время 4 час начала. Вот заходим к Надежде Васильевне. Входи. Сейчас Игнатьевна с нами еще тоже. Мир дому вашему. Надежда Васильевна! Ой, подожди, я это... Все, выйди, выйди, пожалуйста, или прокройся, я начну. Выйди, выйди, открой. Тихо, тихо, сейчас я съем. Ой, я согрешил, Господи, прости меня, грешил, помилуй. Чего вы не спите ночью-то? Ой, Игнатий, тихо. А! Кто приехал? Арахим приехал, а? Ну... Ничего не повредилось дорогой? Нет, слава Богу. Ну, слава Богу. Все, я тебя передаю Надежде Васильевне. В 4:40 мы на утреннюю молитву совершим, и тогда вы вернетесь тут. Все, хорошо. Остальное. Ага. Так, все, когда ты намерена домой ехать? На 20-й обратно билет. Знаешь, я сейчас придумал. Не знаю, как это понравится, нет. Если это у нас было, чтобы попасть, а батюшка же приезжает-то. И с ним вот уехать я, тебя, директно. А через 2 дня ты вернешься. Ты всех людей увидишь, была же рядом. Все. Ладно, привет, что ли? Здравствуйте. Все. Ну, Сережа, спаси Христос. Проходите. Ну, так, мы пошли. 4:40, подходите. О. А потом подремните. Ну, ладно. Ну, давайте. Все, с Богом. С Богом, храни Господь вас. Ага. И ты тоже ездил, да? Нет, я просто встал встретить. Ну, молодцы, ребята, я встал встретить. Закрывайтесь. 20 минут бесплатно, 21 рублей уже. Я 18 успел. Двадцать минут бесплатно. Припарковать машину на вокзале. Вот встретил. За 20 минут не успел, 50 рублей. А если 50 рублей нету, не выпустят. Шлагбаум, все закрыто. А если где-то бесплатно, тебе гаишник подойдет, сразу оштрафует. Ну как придумали. Вот это. Ну да, так это что у нас тут? Вот это. Володя. Это вещи Сергей привез. Я постирал Никиты и Василия Черепанова вещи. Вон как. Ну спаси Христа. Так ты спать, наверное, не ложился сегодня? Нет, ложился, я поспал. Все это тут я. А я сейчас вот тут все пока. Поставил. Ну спаси Христос. Слава Богу. Давай, иди отдыхай. Мы Сережа молодец. Так, брать? Да. Давай. Ну, слава Богу. Рахиль приехала. Это вот как бы не Сережа. Мы с ней договаривались, она, а я такси возьму. Я говорю, нет, такси ночью одна. Да ты что, сиди там, утром придем. А потом поговорили с Сережей-то. Я говорю, давай-ка как, утром рано за ней. А там еще рано-то, я говорю, я прям там встречу. Вот как, что значит вот быть одному? Одному? Вот, Сережа, смотри, машину видать его. Угу. Вон он, видишь? Вижу, да. Это ты включил? Да. На вышку. Спасибо, Господи, помилуй. Там Надежда Васильевна разберется. 55, что ли. Ну что же сказать-то, слава Богу. Я вчера подумал, батюшка-то приезжает, он поехал. А вот смотри, он куда сейчас повернет. Я могу здесь ухватить его. Где он выезжает? Вон он поехал, вон он.
Вон машина пошла где. Ну ладно. Ничего такого нет. А тут балуется. Приходит эта мышка. Это другая мышка на наружку-то, другая совсем. У меня, видишь, картоночка. Сразу раз. Так а сколько же время-то? Да рано еще. О, так 3:11. 3. А еще больше часа еще можно отдохнуть. Лежит. Я ее запираю там, а то она это открывает всегда. А внизу у меня там 2 голубя. Вчера еще одного принес. Что-то 2 голубей лишился. Надо выпустить, она, может быть, на двор хочет. Ну давай, выходи. Выходи. Что смотришь-то? Ну, давай, давай. Баловаться любит. А сама тепленькая. Интересно, там у нее. Ну-ка иди сюда, покажу. Поля, вылазь. Выходи. Там у нее отделенная, лежит тряпка такая. Она ее вытаскивает и под голову ложит. Я не видал такого. О, дальше делает. О, балуется. Ну. Все время откроет подпол вот так вот. Вот так подойдет лапы, откроет и уйдет. Я не успеваю закрывать, только закрою. Проходит маленькое время, гляжу, опять открыто. Ну, решили ее прятать. Лежит. Она не вылазит. Ну что, все, наверное, да? А, ну все тогда. Слава тебе, Господи. Благословен Господь. Болящих наших помяни. Истинный Господь дал нам возможность встретить сестру Рахиль. Вот я подумал, из женщин, чтобы среди зимы вот так настойчиво желать приехать, никого у нас еще не было. Вот тут она этим выделилась из всех. Я должна уехать. Почему? А иначе я вас не захвачу. Мало еще случится, я вас не увижу. Вот понятно, была она у свидетелей этой сторожевой башни, свидетелей иеговистых называют. Наткнулась на нас, на это, ну, в интернете. Все оставила, вернулась, она пыталась. Я говорю, вы призовите, кто у вас там такая есть, эта подруга-то. А та сразу спряталась. И она говорит, я увидел, что они беседовать-то не могут. Она не видела это. Казашка с Казахстана. Ну, а дальше-то уже пошло. Она все время смотрит. Стали говорить. Она готовится к крещению. Покрестилась. Она Райхан и Рахиль. Очень близко, похоже-то где-то. Дочка у нее сразу с ней крестилась. Кажется, Ревекка. И 2 внука, Марк и Рафаил. И главное, имена какие. И в полное погружение. Она хотела сюда приехать, но у нее мать больная сильно была. Она никак. Она готовилась уже приехать. Вот интересно, какие люди такие. Она очень интересная. Представь себе, из Казахстана, одна зимой. А тут я вчера подумал, да, ну ясно дело-то, что необходимо я здесь побыть и потеряю вкус ездить. Вот надо погладить. Ой, молодец такая. Ой, хорошая. Вот так приучили. И они у нас нигде не портят. Ни диваны, которых нету. Куда вообще делают? Когти проверяют. Ну ладно, ладно. Ой, да большая такая. Ой. Ну давай сюда. Заходи сюда. Надо сходить на двор сначала. Заходи. Давай, 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 давай. Ну а то баловаться. Махнашка. Давай домой. Сходи, сходи. Мне охота, там холод. Ну, давай. Сейчас она оттуда выползет. И теперь, если ее в Потеряевку-то она съездит с батюшкой-то, она там всех увидит. Будет разговор. Тут мы с ней... Она хотела раньше приехать. Я говорю, нет. Она билет купила. Я говорю, нет, ты приехай, когда батюшка здесь. Мы тут людей постараемся узнать, кто может прийти. Сегодня-то уже суббота началась. Мы тут созвонимся, потому что 20 лет исполняется, ровно 20 лет. Тут 2 дня разница, как мы получили дом здесь, 2 дома и получили. Первая литургия была, и решили отметить, 20 лет это пролетели как быстро. Ну и собрать тех, кто помогал этот дом, но уже не соберешь. 20 лет это срок. Мэр города погиб, а он играл здесь главную роль. Мэр города Барнаула, Баварин Владимир Николаевич. Упокой его, Господи, в обителях небесных. Он верующий был, православный.
Я потом все это узнал-то. И вот он, куда он ехал-то? Я не знаю, что-то там связано было с космонавтом, отмечали что-то. Тут Герман Титов, алтайский был, и туда, и на дороге авария случилась. Ну, вот так, как говорят это. Кто его знает-то? Его нету. Второй помогал. Это мэр, входил в десятку лучших мэров России. Очень интересный человек был тоже. Это мы все завтра будет, после богослужения у нас тут встреча. Тут я все открою документы. Наша губернская газета статью поместила, большую фотографию. Обычно я не хожу никогда никуда там на похороны, а тут я пошел. В дворце спорта, там его гроб был. Жена была, осталась живая. Прокурор края помог сильно. Прокурор Параскун Юрий Федорович, он генерал-лейтенант. Незадолго до этого только он получил какой-то орден от Путина. И стоит Путин, его по руке, фотография. А тут что-то такое случилось. Я не знаю, что там случилось. Ну, ему предложили уйти на пенсию. Он ушел. Дает интервью, и недавно я слышал интервью, он дает, и там о Боге упоминает. Тут, говорит, ничего не остается, он говорит, только молиться. Опять, я бы, конечно, так не поступил, что-то там говорит, но я верующий, поэтому я не стал подавать там, чтобы остаться на месте. Он где-то там ушел, и так его не могли найти. Завтра последний день, то есть сегодня. Второй, который помог ему сильно, это я завтра скажу. Овчинников Владимир Петрович, советник, такой должность такая, советник мэра города. Интересно. Тоже вот он, главное, нас познакомил. А у него инсульт, его нету. А остальных я уже искать не сказал, кто там. Ну, чья-то только подпись была. Главное, это был мэр города. Когда меня ограбила власть советская, когда меня посадили, то из-за этого я судился 11 лет. Когда освободился, реабилитирован был. Но это еще до реабилитации началось. Я смотрю, сегодня 17-е, 20 лет, значит, это было в 97-м году. Нет, реабилитация уже была, оказывается, 5... Нет, не было, не было. Это с 87-го по 97-й. Это 11 лет у меня суд шел, там еще раньше я начал судиться-то с ними. И вот суд вырешил мою пользу. 11 лет шел суд и выиграл Господь для меня. И вот где мы находимся, здесь через стенку, сейчас они находятся, наши гости дорогие. Видите, как все так. Сегодня смотришь, я вчера документы все показывать буду. В том порядке, как развивались события. Ну, пошла сейчас. Видишь, как? Вот эти, она любит сидеть на этих, на колонках. А они такие, ну, какие они, абониты вот эти. Я вижу, она залазит, но она маленькая уходит. Я тогда пришил вот эту шубинку, шубу, ну, привязал. Все, она туда приходит. И вот у меня лежат щетки, она обязательно их утащит. Приходит, смотри, берет. На постель не надо лазить, не надо. Все, я недавно. Вот котенок привезли в кармане, считай. Зайдет у меня, вот я вот сюда спрячу щетки, вот сюда вот. За телефон-то достанет и сразу утаскивает. Вот видите, в валенок залезла. Раз, назад. Это Господь как сделал нам. Она украсит наш праздник. Это очень интересно. Ну, бывает там какое-то торжество, День Победы, съезжаются разные делегации там в Москве. А у нас один человек, если приехал, но этот один стоит чего-то. Из ереси. Их даже этих свидетелей сторожевой башни этой еретиками назвать нельзя. Просто совершенно никакие. Супер еретики. И она от них пришла, и Господь убедил. Моего ничего не спрашивает. А как так? Никак. Никак. Я там не был. А то сегодня миссионеры. Миссионеры. Вот это Бог миссию делает. Я попутно все хочу сказать. Это самый большой обман в православии, что создают миссионерские отделы. Их нельзя создать. Ну как создать? Ну поедем, ну давай, 100 человек мы приехали, давай, Райхан, давай, Загидулина, фамилия ее, давай, переходи в православие, ну что она пойдет-то? Ничего, один раз только нашла, и вот сегодня ночью получил крещение, еще один юноша готовится. Я наткнулся на ваш ресурс,
Теперь я исследовал, оказывается, я мочёный там в детстве был, но ему 6-й Вселенский собор, 84-е правило, Максим Некрутенко. Где-то, может быть, он зашел уже. А, это мне сегодня новую книгу сделал, этот, помогает. Ой, какой человек ко мне пришел на помощь. Сейчас я гляну, где вот Некрутенко, вот он. Что? Я ему отвечу. Вот он спрашивал, говорит, что мне делать в православной церкви. Скажите, был мне грех, что там причащался. А я отвечаю, что войти в статус оглашенных и приготовиться достойно к святому крещению и креститься согласно Святой Библии и канону Святой Православной Церкви. И до крещения истинного уже не причащаться. Он говорит, а что мне греха? А зато мне греха нету, что я причащался. Еще, я на это не отвечаю, это Бог знает. Во, кто зашел сегодня? Михаил Гордеев, он еще тут, ну это награда, наверное. Награда Осипова. Уникальный православный фильм. Осипов. Выступление Осипова. Он только сейчас схватился, а я так. Он про меня говорит, этот из Москвы, хороший человек тоже. Всегда нас принимал там Гордеев Михаил Федорович. И тот еще-то говорит, обо мне спросил, а это дедушка-то, он что? Он говорит, это дедушка катакомной церкви, всея Руси Великой. О, какое мне прозвище дал опять. А здесь какой-то вот уникальный православный фильм. Вот сейчас что-то пока ложился. Вот Вилли зашел тут. А Новиков Сергей. Что он? Вот этот, он делает книги мои в этот, вот так, к истинному православию. О, новую книгу сделал. Вот это да. То есть, сделал так. Сейчас я сюда вот выведу, смотри, как делаю. Теперь это заворачиваю все. Артюшкин, это я готовлю все. И захожу в компьютер. Здесь загрузка. И смотрю, что такое симфония сделанная. Он сделал, а как он сделал? А сейчас мы посмотрим. Вот, симфония на неканонические книги. Там очень мелко, он говорит, я разбил лист по высоте надвое. Посмотрел, теперь идет дальше. Это самое трудное досталось книга это. Я вручную делал. Ужас сейчас вспоминаю, когда. Кажется, 475 листов А4-то. И выставлять вот в порядке. А теперь уже если по этой, ну, компьютерной версии тут работали вообще вот выстроить так. В возрастающей степени, по каким книгам, какое слово. И все падежи свести в один. Формы глагольные в один, это вообще было, считай, лучшая в мире за все время симфония на неканонические книги. И он спрашивает, так это я еще не могу, ага, она не в интернете еще. Она только здесь стоит. Теперь я отсылать буду ее в администрацию, там поставят. Вот здесь сделали все, как Вернигородская такая Библия на канонические книги. Я точно по ней сделали. И все, главную роль сыграл в начале, когда еще вот эти шрифты создать. Это был иеромонах здесь, Судников, отец Нафанаил. И вот он помогал, и сделали, и симфония у нас получилась. Да. Теперь, сейчас я сейчас это уберу. А теперь гляну, это подожди-ка, что у нас тут есть-то. Вот оно как. Тут еще такого нету. Так я час назад, наверное. Кого сейчас? Ну да, 2 часа назад. Вот. Что? Главное. Вчера, то есть прошедший день прошел. Вот. Что у нас тут было? Сколько человек посетило форум?
307. Главное, как кто меряет. 307 и 307. Два дня уже. И канал. Вот. Здесь сегодня 10. По 10 роликов каждый день ставлю. Вот сегодня я выставил проповедь в стихах. Вот это все сделал Новиков Сергей Александрович. Просто книга, стихи у меня, они не изданы. 4 тома стихов по 800 страниц. Вот как оно выглядит. Я сейчас... Вот он. Вот я сейчас все нашел. Теперь, пожалуйста. Но вот эта вот верхняя проповедь в стихах, она закрывает. А чтобы я подумал, как не закрывать, я тогда вот в правом в нижнем уголке ткнул, она поменьше, все ушло. А тут через лупу эту строчку прочитать можно. А теперь что, я заново опять ее открываю. Посмотрите, интересно, посвящаемость какая. Посвящаемость какая у нас тут. Вот этот стих поставил я. Ну, 10 человек просмотрели. 10 человек за 2 часа. Для нас это уже, ну, интересно. А вот Иван Артюшкин здесь был, за него 35. Утро ранее, в темноте работа, Никита работал. 60 человек посмотрели. Вот больше всего нету. 61 встреча с ураганом, нашим охранником. С собакой где-то были, все. У меня осталось еще завтра выставлю. 4 тома уже выставил, стихотворение-то. И вот этот вот будет еще. Вот, церковь, свобода, тюрьма. Это все он сделал так. Какая работа чистая. Церковь, свобода, тюрьма. Смотри, как она идет. Все. То есть книга сфотографирована, она лежала. А теперь она пошла, бери, читай. Вот здесь вот только ткнул. Все. Это первые мои стихи. И как она издана, книга была, он так по книге все сделал. Незнакомый человек. И взялся за это дело. Я вчера ему говорю, я тебя, ну, Господь-то нашел, я хочу тебе книги подарить. Да ладно, да я не... Я говорю, нет, я тебе все равно их подарю. Он где-то в Подмосковье живет. Вот видишь, благословен Господь. Вот а утро ранее сколько, будешь я сегодня что выставлял? А выставлял, что тут у меня, вот глянуть, какие отзывы. Чернота, батюшка, дал мясо, съел, а остальным нельзя. Мясо, дал мясо. Я съел, а остальным нельзя. Ну что такое? То есть это глупости всякие. Пожрать-то любите бородачи. Вот. Щавканье. Ничего этого нет. Это кто он такой? А ничего, это аромащи. Вот аре. Никогда не было. Он зашел. Зачем он зашел? Ну, спрашивается. Люди будут читать, смотреть. Это он не думает, что сделал, ушел, и Рома оставил следы. Вон, потащила, гляди. Все, утащила. Рома, вот я посмотрел за 2 часа, чернота, батюшка, да, мясо. Ну ничего этого нет. Какое? Вот я сейчас открываю, на что он нападает. Ну, ролик какой? Завтра как хорошо в деревне православной. Вот мы обедаем здесь. Вот, пожалуйста. Сегодня у нас 28 сентября 2015 года. Находимся. Что, о чем он пишет, ничего это нет. А как люди пишут? Благослови всех вас, Господь, деревенские будни. Вкусно так едите. Самому захотелось. Спаси, Господи, вас. Молодцы. Да это красота на такое смотреть. А где вы находитесь? Хочу от беса алкоголя избавиться. Как-то Андрей Мукашев. Мукожев. Вовщик пишет. Бог помощь, батюшка. Можно спросить, почему нет информации о пожертвовании ни на сайте, нигде? То есть я не прошу денег. Завести карту Сбербанка не проблема. Вы же не мошенники. Кто захочет, тот поддержит. Ну, там деревни, там дороги восстанавливают, пруды, огромные деньги. Я хотел бы напомнить тут еще раз, в ресторанных ценах. Да это же в ресторанах-то не подадут. Мы показали, чем мы питаемся в деревне-то. Строгие послушники, вам, конечно, уже поздно, один пишет. Но с удовольствием поселились бы рядом с вами настоящими русскими людьми. Рядом с вами настоящая жизнь, честная. Храни вас, Господь, вы хранители наших традиций. Хорошо у вас, Никите, привет. А это-то вот, который зашел, вот она, чернота, батюшка, дал мясо, я съел, а остальным нельзя. Я мясо не ем больше полвека, то есть ничего этого нет. Так что, ну, гадить.
Вот зашел он, нагадил и все, что его здесь заблокировать. Он не нужен. А зачем он нужен? Он пришел, оправился, нагадил и ушел. Пожрать. То другое. Ну, то есть завидно, или голодный, или ничем не занимается. Ишь, одно и то же десятки раз. Пожрать, батюшка. Я не батюшка, это первое. Вот смотри, сколько. Это еще же он. Это он, ну как это называют? Я не знаю, а что-то он не удаляется или еще? Или он много раз так это отметился? Ну да, это он около десятка раз одно и то же написал. То есть хорошие у него слова, видимо. Это он так думает. Ну вот и... Что тут, Алекс? А сегодня не убирается что-то или еще. Интересно даже. Я-то не видел, как что-то не откликается. А почему? Это же наша, ну да, наша во свете Библии. Ну ладно, значит, это, может потом она это уйдет у него. И второе, что тут? За это время сошло, ничего нету. Бородатые фанатики. Тут по группа Дятлова погибла. А мы говорим, от бесов она погибла. Ну, то есть у людей ничего нету. Они заходят просто подгадить. Еще хотел посмотреть, что тут. Ну, православный человек. Все он пишет тут. Искажения и вставки в Библии. Ну, значит, он неверующий. Язычество реальное и мнимое. Счастье, а, видимо, они придут и многих. Ну, непонятно, что он тут. Один пишет, это, кажется, с Финляндии. Тут тоже что-то, ну, хороший, верующий. Все на сегодня. Слава Богу. Рахиль встретили.